Ребят, всем привет! Находимся на тренировке Универкина. Сегодня первая тренировка после соревнований. Подвели итоги, разобрали ошибки свои, поставили следующие задачи на будущие соревнования. Итоги соревнований у нас такие: 8 золотых медалей, 10 серебряных медалей, 12 бронзовых медалей. В командном зачете спортивный клуб «Витязь» одержал уверенную победу. Но так и должно было быть, потому что мы выставили человек 70, только наших спортсменов было. Плюс гости. Спасибо ребятам с Кузнецка, с Кузнецка 12, что приехали на эти соревнования. А также следующую информацию даем. Мы 24 июня уезжаем в лагерь на сборы в Марковский район на Волге. На Волге будем тренироваться 21 день. 3 тренировки в день будут, ребят. Кто захочет с нами поехать, милости просим, всегда рады. Всем привет, ребят, занимайтесь спортом. Работают над заданием правые прямые. В свою стойку встали и работаем, двигаемся, только справа бьем. Длинные правые прямые. Можно в корпус ловить, подсели, ударили, ушли. Задача пробивать. Можно два удара. Сюда, подсел, сюда, справа. Смотрим, двигаемся. Работаем, работаем, работаем. Стойку не теряем. Руки вылезают, держим. Длинный удар надо сделать. До конца рука должна быть вытянута. Четко бьем. Ребята работают над заданием. Одиночный прямой удар в голову. Первый номер бьет. Второй номер лоб подставку ставит. Один бьет, другой закрывается. Потом наоборот.